Всем привет! Здравствуйте! Подписчики моего блога, подписчики моей страницы ВКонтакте, подписчики моего канала в Ютубе. Ну, во-первых, хочу всех поблагодарить, что следите за мной, за моими новостями, вообще за моей деятельностью. Вот, я так, в принципе, полагаю, что вам интересна тема бизнеса. Вот как раз-таки на эту тему я хотел с вами поговорить. Появилась свободная минутка, так сказать. В общем, суть такая, друзья, ну, просто банально, давайте объединяться, давайте создавать какие-то новые проекты. Может быть, у кого-то есть какие-то уже классные идеи, да, но нету денег. Давайте объединяться. Два, три, там, в пятером, неважно, сколько нас будет человек, да. Слышали про вот последние тенденции в сфере недвижимости? Например, ну, кто не знает, да, Стаса Рождественского, это известный очень инвестор, занимается недвижимостью очень плотно, инвестирует в различные перспективные проекты. Вот недавно они, значит, что сделали? Взяли, ну, объект недвижимости, так сказать, проинвестировали в него деньги, только на этот раз они не брали кредиты в банке, а создали платформу, такая краудфандинговая платформа. То есть это как бы движение началось в Америке, да, ну то есть идея сама. Вот, мы как бы ее переняли. То есть идея заключается в том, что находится какой-то инвестиционный объект, ну, к примеру, это вот недвижимость, да, и вкладываются в него деньги, делается ремонт и, ну, то есть получается просто как гостиница. Вот, то есть они таким образом зарабатывают деньги, то есть в будущем, да. То есть все люди скидываются какой-то определенной суммы, там есть, конечно, какой-то минимальный порог, там 100, 200, 300 тысяч. Вот, последний проект у него был, это капсульный отель. То есть люди вот в этот проект инвестировались, капсульный отель в Питере. Довольно-таки такое перспективное направление. В общем, в принципе, что, затянул, конечно, видео немного, вот, что хотелось бы, как бы, сказать, просто, если есть какие-то идеи, пишите в комментариях под видео, пишите мне ВКонтакте, в личку, там, я не знаю, в группу в мою, вот, куда угодно, если есть какие-то идеи, может быть, какая-то франшиза вас заинтересовала, вы хотите франшизу купить, но у вас там, к примеру, не хватает денег, да, то есть вот у меня, например, тоже есть там определенный проект в интернете, то есть я тоже хочу купить франшизу. У меня, к примеру, там не хватает определенной суммы денег. Может быть, какие-то просто инвесторы появятся, которые хотят проинвестировать деньги как бы под какой-то процент. То есть я как бы хотел бы рассмотреть любые варианты, вот, и в принципе найти как бы, ну, соратников, можно сказать, по виду деятельности, да, по мышлению, то есть, ну, как бы людей тоже заинтересованных, которые хотят начать бизнес, неважно, в интернете, в офлайне, неважно где. Просто давайте объединяться. То есть, если нас будет много, как бы у нас какие-то будут идеи, мне кажется, появляться. И, может быть, ну, кто его знает, да, появится там какой-то такой костяк людей сплоченных, там, 5 человек, 10 человек. Вот, и будем вместе двигаться в каком-то направлении. Сначала, может, один бизнес откроем какой-то, да, вместе скинемся. Потом второй, третий. То есть одна голова хорошо, две лучше. В принципе, вот все, что я, наверное, хотел сказать. Вот. Следите за моими видео, подписывайтесь на канал, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Ну, меня можно просто найти. Наберите в Яндексе Дмитрий Кухтенков, там будет мой блог. Будет YouTube канал и ВКонтакте. Вот. Всем удачи, всем пока.